Здравствуйте. Каким стал личный кабинет налогоплательщика после модернизации и как получить налоговый вычет? Об этом говорим в нашей студии. Главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Светлана Борисова. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, уже какой раз мы говорим про личный кабинет и каждый раз обозначаем его преимущества. Он со временем претерпевает изменения, меняется в лучшую сторону, да, становится более современным. В чем они, эти изменения, вот эта модернизация? Что личный кабинет налогоплательщика, он позволяет в настоящее время решать практически все жизненные ситуации, которые возникают у налогоплательщика экстерриториально, то есть без обращения непосредственно в налоговый орган, что значительно, конечно, сокращает время и очень удобно. Вот. Ну, в настоящее время у нас модернизированная версия личного кабинета для налогоплательщиков физических лиц. То есть открываем, когда главную страницу, мы видим самое первое, что мы видим, это сумма, которую необходимо оплатить налогоплательщику. То есть это, ну, больше всего волнует налогоплательщиков, это сумма, которую ему нужно оплатить. Открывая личный кабинет, он видит эту сумму и видит, сколько дней осталось до уплаты налога. Сразу хочу сказать, что в этом году у нас срок уплаты налога не позднее 2 декабря, кто забыл, напоминаю. Вот. И налогоплательщик, то есть, заходя в личный кабинет, увидит сумму налога и сколько дней осталось до уплаты. Вот. Увидев эту сумму налога, зачастую у граждан возникает вопрос, из чего возникла данная сумма и как возник этот налог. Вот. Это можно в настоящее время проверить налогоплательщику самостоятельно. И также он может рассчитать налог с помощью сервиса модернизированного. Вот. Но, естественно, налогоплательщику сложно самому рассчитать налог, но новая версия сервиса это позволит ему легко сделать. В личном кабинете появилась такая специальная формула, позволяющая, ну, сделать расчет. Вот. Но если, например, бывают такие ситуации, что налогоплательщик не согласен, да, с суммой налога, которая ему рассчитана, ну, либо с какими-то моментами, для этого у нас есть такой функционал, как жизненная ситуация. Вот, в три клика налогоплательщик может выбрать из выпадающего меню подходящую жизненную ситуацию, которая у него возникла, и обратиться непосредственно в налоговый орган. То есть цель налогоплательщика не написать какое-то обращение в налоговый орган, а решить свою проблему. И поэтому данный раздел жизненной ситуации разработан, там формализованное обращение, то есть собранное обращение, наиболее часто встречающееся налогоплательщику, поэтому налогоплательщику не нужно сочинять. А приведите, пожалуйста, один пример, какую-то ситуацию, самую типичную. Ну, например, неправильная мощность транспортного средства. Ага. То есть налогоплательщика, например, одна, а у него в уведомлении другая. Так там как... можно исправить все это. Да, можно обратиться вот в раздел жизненной ситуации. Или по льготам, например, часто у налогоплательщика возникают какие-то вопросы, то есть возникла какая-то льгота, либо он забыл указать эту льготу. То есть вот наиболее такие типичные вопросы, они собраны в разделе жизненной ситуации, чтобы налогоплательщик не изобретал велосипед. Да, и по большому счету, чтобы меньше обращений было в налоговую, а самому это просто, в принципе, рассчитать эту сумму, если говорить, да, там даже невозможно ошибиться, уже там схема определенно выведена. Но прежде чем стать обладателями всех этих преимуществ личного кабинета, нужно зарегистрироваться. Сложно ли это сделать? Какие документы или что нужно для этого? Сколько времени потребуется? Вот доступ к личному кабинету осуществляется налогоплательщиком. Нужно, ну, для этого нужно прийти в налоговую инспекцию. Обязательно. Но нужно прийти один раз. Один раз нужно прийти с документом, удостоверяющим личность. Для чего это нужно? Потому что в личном кабинете содержатся сведения, составляющие налоговую тайну. В соответствии с статьей 102 Налогового кодекса, налоговая тайна у нас свято охраняется. Поэтому, чтобы избежать каких-то утечек, то есть обязательно нужна идентификация налогоплательщика. Налогоплательщику необходимо обратиться в любой, может обратиться в любой налоговый орган, вне зависимости от своей прописки. Но за исключением составляют это специализированные налоговые инспекции там, по крупнейшим налогоплательщикам, центры обработки данных. Остальные в любую налоговую инспекцию налогоплательщик может прийти с документом, удостоверяющим личность, и подключиться к личному кабинету налогоплательщика. По времени это занимает 15 минут. Вот, и поверьте, что можно потратить 15 минут один раз, чтобы в дальнейшем пользоваться преимуществами личного кабинета, экстерриториально взаимодействовать с налоговыми органами, то есть исключить контакты, ну, и сэкономить свое время. То есть в течение 15 минут осуществляется подключение к личному кабинету, налогоплательщику выдается пароль,
первичный. Вот, обязательно зайдя в личный кабинет налогоплательщику, необходимо сменить этот первичный пароль, который ему выдан налоговым органом, на свой пароль. Это нужно для безопасности. То есть вы меняете уже на свой личный пароль, и сведения эти будут известны только вам. То есть свой пароль вы никому уже дальше не говорите. А если гражданин не выходит по каким-то причинам из дома, может ли доверенное лицо оформить на него личный кабинет? Взять его там документ, еще что-то, какую-то доверенность? Да, такие ситуации бывают же, наверное? Такая ситуация возможна. То есть налогоплательщик может через доверенное лицо обратиться в налоговый орган для подключения к личному кабинету. Но, естественно, у доверенного лица должна быть нотариально заверенная доверенность, либо документ, приравненный к нему, и также документ, удостоверяющий личность, паспорт, в частности. То есть сделать это можно? Это можно сделать. Вопрос, какие учетные записи единого портала госуслуг могут быть использованы для входа в сервис «Личный кабинет»? Вот. Пользователи, имеющие учетную запись единого портала госуслуг, могут также авторизироваться в сервисе «Личный кабинет» налогоплательщика для физических лиц. Потому что это все уже как-то одна система единая. Вот, без посещения налогового органа, но при условии, что ранее налогоплательщик сам лично обращался для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации единой системы идентификации и аутентификации. Это может быть либо МФЦ, либо Почта России, либо Центр обслуживания клиентов Ростелеком. Ну, то есть обязательно один раз он должен себя идентифицировать с паспортом в этом едином центре. Вот. Также пользователи единого портала госуслуг, уже имеющие доступ к личному кабинету на сайте ФНС России, наряду с входом по логину и паролю, также смогут осуществлять вход в личный кабинет, используя свою учетную запись пользователя единого портала государственных услуг. То есть, возможно, параллельно. А есть ли возрастные ограничения, допустим, там до 14, после 80? Вот что это такое или как? Нет, возрастных ограничений нету. Но единственный какой нюанс, то есть детям до 14 лет, вот здесь вот немножечко есть специфика, то есть для подключения к сервису детям, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями. Но это могут быть либо родители, опекуны, усыновители. Вот, при условии предъявления свидетельства о рождении ребенка, либо иного документа, подтверждающего полномочия законопредставителя. Ну, естественно, паспорт законопредставителя. Вот, так что детей тоже возможно подключить к личному кабинету. Вы сказали, что нужно обязательно сменить пароль. Но вот у меня есть такое предположение, что люди меняют и забывают. Очень часто бывает, что поменял на свой пароль, а где этот пароль? Где-то записал и забыл. Что делать в данной ситуации? И не может войти, опять же, в этот личный кабинет со своим даже паролем. Ну, если налогоплательщик забыл пароль, ну, ему можно обратиться повторно в налоговый орган. Но не бесконечно же это делать? Один раз? Один раз. Ну, налогоплательщик может также сменить свой пароль. В свою районную нужно идти в инспекцию. Да. Либо он может обратиться, опять-таки, через свой личный кабинет, зайти в раздел «Профиль». Но это при условии, если он подтвердил свой электронный адрес. Понятно. Два варианта. Ну, там при условии, то есть, если он помнит контрольное слово, если, например, налогоплательщик забыл свое контрольное слово, то ему в любом случае нужно обращаться в налоговый орган. Да. Мы часто, опять же, говорим о преимуществах. А есть ли цифра владельцев, обладателей этого личного кабинета зарегистрированных, которая увеличивается, вот, чтобы мы поняли эффективность вот этого? Ну, вот этот проект ФНС по личному кабинету налогоплательщика физических лиц, он является самым масштабным ФНС, и больше всего пользователей у нас подключено вот именно к личному кабинету налогоплательщика. Это самый популярный сервис ФНС. У нас более 50 сервисов, но вот этот вот самый популярный. То есть в настоящее время в Самарской области у нас подключено порядка 615 тысяч налогоплательщиков. То есть, согласитесь, это такая у нас уже большая армия налогоплательщиков. Ну, не предел еще. Значительно. Но если учитывать, что 3 миллиона у нас, то у нас еще есть над чем работать. Кстати, в любом случае кажется, что все просто и легко, но вопросов, связанных и с личным кабинетом, и с налогами, и с их начислением, приходит много. И в частности, даже в нашу телестудию я хочу вот зачитать несколько вопросов. Каким образом я могу сообщить о необходимости получения налогового уведомления и иных документов от налогового органа не только через личный кабинет, но и на бумажном носителе? Потому что две формы-то остаются. Да. Для налогоплательщиков предусмотрена возможность получать
налоговые уведомления, документы как через личный кабинет, так и в бумажном виде. Но если налогоплательщик подключился к личному кабинету, и у него уже есть личный кабинет, то в соответствии с законодательством он получает документы и уведомления только в электронном виде. Но если налогоплательщик все-таки хочет получать документы в бумажном виде, ну, там, на почте или где-то, то он должен зайти в свой личный кабинет и авторизировать эту функцию, что получать документы в бумажном виде. И при этом еще поставить свою электронную цифровую подпись, чтобы подтвердить, что на самом деле он хочет получать документы в бумажном виде. Выяснил, что имею право на налоговую льготу. В уведомлении эта льгота не учтена. Как мне о ней заявить? Ну, в данном случае налогоплательщик тоже может воспользоваться функциями личного кабинета налогоплательщика. Это можно сделать в двух разделах. Вот у нас предусмотрено два раздела. Это, вот, как я уже озвучивала, это жизненные ситуации и в разделе «Мое имущество». То есть налогоплательщик выбирает функционал, и там вопрос какой? В уведомлении льгота не учтена. Каким образом заявить о ней? Вот. И в этом в сервисе, то есть налогоплательщик сообщает о том, что у него ну, какая-то появилась, например, льгота, или льгота не была им ранее заявлена. Потому что льгота у нас носит заявительный характер, и налогоплательщик должен обязательно о ней заявлять, чтобы налоговый орган считал налоги ну, в соответствии с той льготой, которая имеется у налогоплательщика. Сергей купил машину, потом завел личный кабинет. Машина в сведениях осталась, а я машину продал. Вот тоже такая ситуация. Бывают такие ситуации. Но опять-таки пользуемся функционалом личного кабинета налогоплательщика. Здесь ничего страшного. Налогоплательщик может опять-таки зайти либо в жизненные ситуации в раздел, либо в раздел «Мое имущество». Там, в разделе «Мое имущество» есть карточки конкретного объекта. Ну, в частности, вот у нас здесь идет транспортное средство. И далее налогоплательщик уже заявляет о том, что данное транспортное средство у него там, ну, например, снято с учета, да? Вот. Это обращение идет в налоговый орган. В соответствии с законодательством у нас есть закон такой 59 ФЗ о рассмотрении порядка обращений граждан. Этот запрос направляется, естественно, в соответствующий регистрирующий орган, в данном случае, значит, ГИБДД. Налоговый орган ждет, когда приходит ответ от ГИБДД, но в установленные законодательством сроки. И затем отправляет ответ налогоплательщику в электронном виде, уже с учетом тех сведений, которые есть в базе ГИБДД. Вот, налогоплательщику не нужно идти ни в ГИБДД, ни в налоговый орган. Он в электронном виде в разделе сообщения налогового органа может увидеть ответ налогового органа. Там есть такая функция, такой нарисован конвертик, чтобы было понятно налогоплательщику. То есть авторизировать эту функцию и посмотреть, какое пришло сообщение от налогового органа, и прочитать ответ, который имеет юридическую силу. Вы, наверное, одна из первых обладателей доступа к личному кабинету. С какого года он уже введен? С 2012 года. Mm-hmm. Вот самый большой плюс, который за все это время вы оценили как пользователи со стажем? Ну, вот это экономия времени, конечно. Экономия времени. Но все-таки возникают такие проблемные моменты. Вот в прошлом году, по-моему, те, кто подключается к личному кабинету, уже в бумажном варианте уведомления не получают. И возникает такая путаница. Даже если он потерял пароль от кабинета и забросил его, а в бумажном варианте не получил уведомление и думает, что, в принципе, и налоги еще не время платить. Вот как в этом году как? Получает и бумажное, и в личном кабинете, либо то есть на что обращать внимание? У кого есть личный кабинет, подключен личный кабинет, вне зависимости от того, пользовался налогоплательщиком или не пользовался, ему документы, уведомления приходят только в электронном виде. И если, например, налогоплательщик знает, что у него есть какие-то объекты налогообложения, там, скажем, недвижимое имущество, там, земельные участки, дачи, там, машины, и он знает, что ему должны прийти налоги, но они не приходят, то налогоплательщик, в общем-то, должен в соответствии с законодательством обратиться в налоговый орган и должен в соответствии с Конституцией налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги. Давайте посмотрим ролик, который говорит о функциях личного кабинета, и продолжим разговор. Добро пожаловать в ваш новый личный кабинет. Он изменился, стал проще и удобнее. Давайте познакомимся с его возможностями. Вот главная страница.
На ней представлена самая важная информация – сумма налога и сколько дней осталось до его оплаты. Можете проверить, уточнить детали по всем начислениям. Готовы оплатить? Отлично! Это делается в два клика. Хотите уточнить, почему такая сумма? В разделе «Мои налоги» находится подробная информация о ваших налогах и задолженностям по ним. Здесь представлены начисления по каждому объекту налогообложения и разъяснение, как сложилась сумма к оплате. Во вкладке «Налог на доходы» можете посмотреть налог, который начислен на основе вашей налоговой декларации, а также налоги, которые за вас уплатили ваши работодатели и другие налоговые агенты. В разделе «Мое имущество» представлена информация по всем объектам налогообложения с указанием характеристик, истории начислений, а также описание в виде формулы, в которую подставляются значения вашего объекта. Если по какому-то объекту имеется недостоверная информация или он вам не принадлежит, сообщите об этом. Есть другие вопросы, проблемы? Перейдите в раздел «Жизненные ситуации». Для каждой ситуации предложены конкретные шаги решения вопросов. Пользуйтесь. Все просто и очень удобно. Как быстро сведения об оплате или приобретенном объекте отображаются в личном кабинете? У нас вопрос как раз вот оплатила налоги через личный кабинет в режиме онлайн. Когда все это отобразится? И в частности, моя оплата. Угу. Вот действительно. Ну, это очень актуальный вопрос. Налогоплательщик это очень интересует, чтобы у него не было пени, не было задолженности. Вот сведения об оплате отражаются в личном кабинете в течение 10 рабочих дней. Вот актуализация данных в личном кабинете, она осуществляется ежедневно. Но, однако, требуется определенный временной промежуток для взаимодействия с кредитными организациями, с казначейством, с налоговым органом, чтобы данные платежи прошли и, так сказать, легли в личный кабинет налогоплательщика. Но по факту, фактом уплаты является именно факт списания денежных средств в тот день, когда налогоплательщик произвел расчет. То есть, если, например, налогоплательщик заплатил налог 2 декабря, в личном кабинете сведения могут об оплате появиться 12 декабря, но никаких пени, ничего не будет. То есть данный налогоплательщик у нас относится к категории добросовестных налогоплательщиков. Факт уплаты налогов будет зафиксирован даже 2 декабря. Можно заплатить. Такая ситуация, что хочет гражданин оплатить налоги, на его карточке денег нет, берет карточку супруги, допустим, и идет платить с ее же согласия налоги. Как вот в данной ситуации? Правомерна она? Да. В настоящее время, в соответствии с статьей 45 Налогового кодекса, допускается уплата налогов третьими лицами. Но если вы хотите заплатить это через личный кабинет, то нужно это оплачивать через личный кабинет того налогоплательщика, кому начислен этот налог. Mm-hmm. Потому что это все формируется автоматически. И в документах написать ИНН именно того налогоплательщика, за которого происходит уплата налога. А платежи можно совершать там с карточки, например, папы, мамы, там, если дети, или там родственников, мужа или жены. То есть такое допускается в соответствии с статьей 45 Налогового кодекса. Mm-hmm. Это будет правомерно. Есть еще такое понятие «неквалифицированная подпись». Что это такое и какие проблемы, может быть, возникают в связи с этим? И почему она неквалифицированная? Даже первый вопрос. Есть квалифицированная, получается, есть неквалифицированная. Это такое деление условное. Они оба юридически значимые. Вот мы сейчас рассматриваем это неквалифицированную электронную подпись, касаемую личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Вот с 1 июля 2015 года в соответствии с федеральным законом 347 ФЗ, для налогоплательщиков физических лиц реализована возможность бесплатно установить сертификат усиленной неквалифицированной подписи непосредственно из личного кабинета налогоплательщика. Сертификат может быть использован для подписания и направления в налоговые органы, например, декларации 3 НДФЛ. То есть налогоплательщик сдает декларацию 3 НДФЛ, к налоговой декларации 3 НДФЛ необходимы нам подтверждающие документы. Подтверждающие документы в электронном виде там прикрепляются, и их нужно заверить. Вот они, для чего нужна вот эта вот у нас усиленная неквалифицированная подпись, чтобы заверить эти документы, что они, да, действительно являются юридически значимыми. А сколько это стоит? Это услуга бесплатная. Бесплатная? Если идет навстречу налогоплательщикам, это бесплатно, да. Но еще раз хочу подчеркнуть вот эту усиленная неквалифицированная электронная подпись, она действует только в рамках личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Угу.
Много вопросов по налоговым вычетам. Граждане заинтересованы в их получении. Через личный кабинет можно дать заявку на получение вычета и как-то отслеживать, сколько выплачено, сколько осталось. Вот есть такие функции? Да, такая возможность в личном кабинете реализована. Она очень востребована. То есть с помощью личного кабинета налогоплательщика налогоплательщик может заполнить в режиме онлайн декларацию 3НДФЛ, может скачать декларацию и отправить в налоговый орган без личного посещения. Ну, представь, естественно, в электронном виде подтверждающий документ, заверенный вот этой нашей усиленной неквалифицированной подписью. Вот данные документы, то есть в бумажном виде уже в налоговый орган документы предоставлять не нужно. Вот эти документы в электронном виде, они тоже будут юридически значимыми. Но такой нюанс есть, что при проведении камеральной проверки, когда уже идет камеральная проверка конкретно какой-то декларации и конкретных документов, если при камеральной проверке у налогового органа возникли, скажем, какие-то сомнения в подлинности, например, документа, да, может быть, всякое, то налоговый орган в данном случае имеет право затребовать какой-то документ в бумажном виде, но только в этом случае. А так все вот эти документы, которые отправлены с декларации 3НДФЛ в электронном виде, они также юридически значимы. Более подробную информацию о налоговом вычете мы узнаем из ролика, а потом продолжим. А вы знаете, что часть уплаченного ранее налога на доходы физических лиц можно вернуть? Например, если вы лечились, учились или покупали квартиру. Для этого нужно представить декларацию на доходы в налоговый орган. Теперь вам не нужно заполнять формы на бумаге, делать копии документов, обращаться за помощью к специалистам, тратить свое время и деньги. Все это можно сделать онлайн в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В нем вы можете заполнить налоговую декларацию, подписать электронной подписью и приложить нужные документы в электронном виде. Регистрируйтесь в личном кабинете, подавайте декларацию и получайте вычет. Все просто и быстро. Пользуйтесь! Хотелось бы подробнее про сертификат электронной подписи поговорить. На какой срок он выдается и в чем его, опять же, преимущество? Да? Зачем его нужно иметь? Сертификат ключа проверки электронной подписи выдается на 1 год. По истечении установленного срока сертификат будет аннулирован. Вам будет необходимо сформировать новый сертификат подписи. А вот такая, временной промежуток в год, это с чем связано? Почему именно через год нужно это все? Наверное, для вашей же безопасности, скажем так. По истечении установленного срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи, его необходимо сформировать заново в своем личном кабинете налогоплательщика, так же, как первоначально. В разделе «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». Как мы уже озвучивали, это у нас функция бесплатная, так что ничего страшного, то, что раз в год меняется. Если бесплатно, можно и каждый год менять. Как вы поняли, наверное, из нашей беседы, что личный кабинет налогоплательщика для физических лиц – это такой полноценный канал связи между налогоплательщиком и налоговым органом, который позволяет экстерриториально решать практически все жизненные ситуации, которые могут возникнуть у налогоплательщика при взаимодействии с налоговым органом, который экономит наше время, наши нервы, скажем так. Да, хочется отметить, не знаю, в связи с этим или нет, но даже в районных инспекциях налоговых стало меньше клиентов, посетителей. Да. Потому что раньше как-то было намного... И возрастная категория пользователей личных налогоплательщиков, мы здесь озвучили, есть ли какие-то ограничения, 80 лет или сколько-то. Нет, сейчас информационно развит у нас век технологий, пользуются мобильными устройствами у нас и молодые люди, и люди более старшего возраста. Мы здесь немножечко забыли сказать про мобильную версию. То есть в настоящее время у нас еще есть мобильная версия личного кабинета налогоплательщиков, которая разработана для смартфонов на базе iOS. И также, так как сейчас мы все привязаны к сотовым телефонам, это очень удобно. Можно воспользоваться функционалом личного кабинета налогоплательщика с помощью мобильного телефона. Это, как я говорила, это такой у нас налоговый кодекс в кармане. Всю информацию получить сразу. И это могут пользоваться как и люди молодого возраста, так и люди более пожилого возраста. Тем более им там тяжело передвигаться уже, да. Например, некоторым идти в налоговую инспекцию. Это они могут из дома или там с мобильного телефона
заплатить налоги, не ходить никуда. Да, ну как мы убедились, инспекция идет навстречу налогоплательщикам, все-таки вопросы остаются. И я слышала, что даже продлевают работу налоговые и выходные дни, и в какие-то будни, проводят дни открытых дверей даже. Что вот это за форма общения с налогоплательщиками? То есть для удобства налогоплательщиков у нас вторник и четверг налоговые органы работают по продленному графику, то есть до 8 часов. Так как у нас население в основном работающее, работает до 6, имеет возможность прийти уже до 8 часов и решить какие-то проблемы, если не нужно проблему решить непосредственно налоговым органом. Вот. Также для налогоплательщиков у нас проводится такая ежегодная акция, называется, даже не ежегодная, там два раза в год проводится, это «День открытых дверей». Вот, это работа налоговых органов в особом режиме, то есть мы и так налогоплательщиков очень любим и ценим, а в эти дни мы их особенно рады видеть. Вот в этом году у нас будет 25 октября, день открытых дверей, мы ждем налогоплательщиков для того, чтобы они приходили, обращались со своими какими-то вопросами. Платили нам налоги. А вы лично тоже ведете приемы граждан, да, или нет? В управлении? Да, нет. Нет, в управлении не ведем. Нет. Это налоговый орган. Ну что ж, достаточно и так важной и полезной информации вы нам сегодня дали. Спасибо. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания.